Ребята, я вам говорила, что я в шоке от дизайна разного рода кафе и центров в Краснодаре. Реально, я в шоке. Вы представляете, какой здесь вкус во всем? Вот гляньте, это любовь и трюфель, да? И как? Это, видимо, кофешка какая-то. Ну, просто потрясающе. Как это все, с каким вкусом это сделано? Я вообще не знаю. Вы заходите в кафешку, в кафешке просто какое-то бесподобного дизайна. Как люди это придумывают? Это я в сити-центре. Смотрите, сейчас мы с вами проедемся. Сидеть людей мало. Что мне нравится, можно спокойно ходить. 10. Эскалаторы везде работают. Видите, какая кругом чистота. Видите, на эти полы сверкающие. Полно бренда заграничных. Боссы, все, что хочешь, она дизельно. Сейчас мне нужно найти. Мне нужно найти мой. Вот это кафешка. Давайте посмотрим. Но я думаю, что это кафе. Симпатичненько. Все сделано. Знаете, главное, что это такое? Все со вкусом. Для детей игральное местечко. Вот, ну там все сделано, да, там вот официант ходит, видимо. Я сейчас пытаюсь найти магазин, который мне нужен, потому что мне вот такую подарили карточку. Это парфюмерный магазин косметический, мне нужно его найти. И как только я его найду, я куплю то, что мне надо, то, может быть, вернусь в этот магазинчик, ну, или эту кафешку, и что-нибудь куплю. Знаете, новые модели. Вообще, мода в России на порядок отличается от моды в Америке. В Америке, может быть, Нью-Йорк, когда побыть в модных вещах. Но да, в всех и в других городах народ особо не заморачивается с одеждой. Если вы увидите кого-нибудь в пижамах и в ночных тапочках на улице, это нормально. И в любом магазине как-то тоже какой-то фойе. Знаете, как все сделано, с какими-то подсветками, с какими-то витринами. Слушайте, обалдеть. Вот как это все выглядит. Знаете, это все в желтом каком-то стиле. То есть дизайнеры здесь заморочились конкретно. Какие-то светильники, какие-то потолки. Мужчина стоит, видимо, разыгрывает. Мне нравятся вот эти вот желтенькие штучки, это, наверное, для фотографии сделали. Это какие-то, видимо, итальянские бренды. Очень как и достойно, симпатично. Красивая одежда. Будний день, сегодня среда, народу мало. Здесь скоро открывается магазин. Да, вообще все закрывается. В Америке сейчас вы пройдете, будет закрыто, закрыто или закрывается. Тут открыто, открыто, открывается. Очень достойно. Очень достойно. Я никогда не была в этом. У нас есть еще галерея, я рядом, говорит, с галереей живу, я туда в основном хожу. Знаете как? Дизайн, декорации просто потрясающие. Очень чисто везде. Я вообще, я офигею. Главное, что не бегают толпы черных, диких, которые будут у тебя под ногами прыгать, орать, лежать, что-нибудь швырять. И ты знаешь, что ты зайдешь в магазин, скорее всего, тебя тут не пристригнут. Потому что в Далласе, когда ты последний раз ходила в магазин, там 15 человек были. И опыт был очень негативный, я вам скажу. Мне очень не понравился такой экспириенс, когда ты приходишь в магазин покупать подарки, а тебе говорят быстро уходить, и вас не стреляют. Вообще мало приятного. Ну вот, для западные бренды, спокойненько работа. Галерея Гесс есть. О, Михаил Курс. Кстати, Майкл Курс. Это мой любимый бренд американский. Вообще, кстати, владелец головы. У него есть муж. И этот состоятельный очень товарищ Майкл Курс. Очень был популярный бренд в свое время, особенно у кореянок и у японок. Они прям скупали целыми сумками в аутлетах Майкла Курса. Выросли. Я как-то была в аутлете, они пришли, они прям скупали все, что было на витринах.
Видите, какой платье красиво. И что за бренд? Но явно не российский. Ничего. Все продается. Все работает прекрасно. Никого не волнует западный бренд или не западный. Все есть, ребятки. Здесь я была, ну вот я ищу. Мне нужно найти мой бренд. Мне нужно найти вот этот магазин. Очень красиво. Я даже никто меня сюда в этот центр не водил. Я даже про него не знала, что он существует. Не поехала бы, если бы мне не надо было вот эти духи купить. А тут оказывается такой достойный центр. И какой толкучки в галерее в это время уже просто столпотворение. А, духи какие-то. Ясно. Такая курточка мне нравится, симпатична. Уже все клет. Вот это, кстати, эта кафешка, куда мы вернемся с вами. О, какой джемпер симпатичный. Мне так вот уже надо. Вот так посмотрите. Очень приятно. Мне такой прям очень нужен. Ну все, уже лето. Краснодар уже продается сад. Сегодня летние сезоны. Я смотрю. Весна как-то у нас прошла мимо в этом году, ребята. У нас как-то сразу потеплело и стало. И наступило лето. Так, надо найти место, где это, где мой продается бренд. Потому что мне он уже не 60, он уже никуда не делся. Бренд. Как был, так и есть. Очень красиво. Вообще, как народ здесь одет, я в шоке. Я себя чувствую, как это андердресс. Хотя я ходила, покупала себе бренды Calvin Klein, Donna Karan, нагребла себе полные чемоданы, приехала в Краснодар и чувствовала, что я вообще не модно одета. Я не шучу, я серьезно. И обувь. Я здесь, наверное, пар 6 купила себе разные обуви. Это вот цену можно такую купить. Почему-то мужчины в США не носят с собой никаких вот корсеток, каких-то кошельков. Вот один маленький кошелек, который напихана куча всего, потом оно все вываливается у них. Пахнет кожей. Такой запах, знаете, натуральной кожи. Очень приятный. Люблю натуральную кожу. Так, где ж мне найти мою это самое парфюмерию? Может, есть где-нибудь табличка какая-нибудь, где мне найти это все можно. В галерее, вы знаете, у них там стоят такие стенды большие, и на стендах написано там такой-то этаж, на таком-то этаже. Ой, какое платье, обалденное. Да, вот это достойно. Видите, сейчас знаю, куда это носить. Ну, очень весело, очень-очень красиво все. А мне надо, кстати, платье дочки на свадьбу. Мне все равно надо платье. Может, я тут что-то подберу. Как называться? Можно мне эти платьишки. Ну что, надо не забыть, туда прийти. Так, все, вернулась я сюда же. Может, это не на этом этаже. Это, наверное, на другом этаже. Куда мне придется сходить, поискать. Так, здесь заканчиваю. Мы, ребята, едем на другую так. Искать. Мои духи. Кстати, много уже липнет купальных принадлежностей. Ножки такие прикольные, надо объяснить. Так, ну все, пошла искать. Вот так это выглядит. Видите, вот желтенькие такие цветочки. До связи.